Что, появился? Капец. Я тебе скажу, как появился. Здорово, чуваки. Как дела? Какой Юсупов? Что, куда сядем? Я только сейчас поняла, что ты сразу. Серьезно? Что, появился? Спасибо. Как вам клипец сегодня, когда ночью переспали уже? Заебись, что в футболке, от души. Вчера забыли сказать про концерт в Питере 22 мая в клубе Кубрик 19:00. Будет презентация альбома и все треки. Будет Home Run плюсом еще. И все треки. Большой концерт. Плюс хэштег. Плюс Chase и Vinny Grapes со своими сетами. Плюс еще гости будут, о которых узнаете позже. Привет от Палача, привет Палачу. Фасту будет. Давай присяем. От Палыча. В Москве в июне будет. Пока нет инфы. А? Ты поснул? Не работает? На связи. На мороженое ем. Пишу, что я зазнался. Раньше в ВК переписывался. Я не могу всем ответить. Чё, чувак? Ты же музыку слушаешь, а не общаться со мной. Добавился. Снимали ребята, короче, клип «Космодром». Сережа и Маша. Наши друзья хорошие теперь. Билеты 400 в предпродаже. В день концерта 600. Электронный 500. На вокале Маша. Это... Мы лично не знакомы.
Это девочка какая-то знакомая Саддама Хусейна, я сам даже не знаю, если честно. Она спела припев. В кубрике будет. Люд играем. Руся, что не в Питере? Что, не получает? Все, все. Здорово, денежки. Вот такая офигенная. Абсолютно дебенка. В Иркутск салют. Градусов 14, наверное. Сидим в парке. Давай словимся, Валек. Black Swan, shoutout. Валек словиться хочет. В центре. Валек, а ты где в центре? В маркете, в галерее. Ну сейчас мы в парке посидим. Созвон. Созвон, созвон. Ты номер. Мириам на вокале. Зовут ее Маша. Ну что, есть какие-нибудь вопросы-то у вас? Мне на самом деле вам новостей никаких не сказать. Я бы хотел, но... Клип про комиссию. Клип, да. Sky Mountain. Нет, это трек отдельно выйдет, короче, это будет... ну, про тот бит. Я не знаю. Сейчас. Да он знает. Да мы же делали трансляцию. Короче, бит, который Monty, от Sky, Syrup, Vinny Grapes. Это будет что-то типа лонг-микса. В принципе, можно проспойлерить, да? Или нет? Пока не стоит. Не стоит, ну окей. Ну, короче, там должно быть много людей, там будет Грайм. В принципе, блин, можно догадаться, что кого там будет. Он выйдет отдельно. Он выйдет отдельно, потому что он немножко, наверное, не впишется в концепт, и мы его не доделали. Когда делаем, он выйдет отдельно. Будет... Ларусом, да. Бизи, Реда, Финчтейн. Нет. Позже. Да, сироп здесь. 8 треков будет. 8. Шмот в СПБ хотят. Шмот будет. Будут. Никита скрывает, конечно, это все. Я там видел, он отвечает, типа. Типа, будет ли еще коллекция? Он такой, возможно. Вот. Да, будет. Будут кепки, будут лонгсливы и будут футболки. Тоже все ограниченное. Будет всего 100 лонгсливов, 100 футболок и 50 кепок, если я не ошибаюсь. Когда будет, тогда будет. Уже делается все. С Бамблом пока ничего нового не делали. Не думали. Вообще как-то давно не общались с ним. Хитов будет... 3 фита будет. 3 фита. Ну, не считая вокал на нулях. Как это назвать, даже не знаю. Фиты не скажу. Лучше это будет сюрпризом. Потому что мне они очень нравятся. И вам они тоже понравятся по-любому. Чем? Про клип рассказать что-нибудь?
Хотите новости-то про клип киньте? Не новости, а истории киньте. Погода кайф. Клип снимали мы... Сколько мы снимали? Ну, мы его снимали в несколько заходов с перерывами на поездку в Иркутск, перед концертом в Иркутске. Мы сняли кадры на мосту, на гироскутерах. Потом мы... Чем потом? Потом мы ничего, по-моему, не снимали. Потом по сути, три дня таких, которые где нормально снимали, а два там... Бэкстейдж по-любому будет, да. Я думаю, что мы сделаем бэкстейдж. А потом я поехал в Иркутск, в Иркутске был концерт. С Иркутска я приехал, мы сняли кадры в саду. Потом что мы еще сняли? Мы сняли кадры в квартире. Да, с Костей. Вот, и... Что еще? Были еще вылазки, короче, вообще прям не такие масштабные, как все остальные. Мы хотели снять таймлапс. Мы забирались, мы там через заборы перелазили, забирались на крышу какой-то, блядь, будки, да, вообще. Думали, что нас там вообще может, блядь, убить электричеством. Но в итоге мы залезли, сняли таймлапс, но в итоге... Что-то как-то не пошло это в видео. Вот. Ну, я думаю, на бэкстейдже мы все это покажем. Мы снимали с дрона. С дрона очень крутые кадры. То есть вот эти все кадры, где снят город, да, дороги, вот эта развязка, это все мы снимали сами. То есть это не как принято, блять, у русских, не знаю, рэперов, исполнителей, да, просто скачать какой-то съемку, да, там, не знаю, Петербурга, там, или просто какой-то ночной город, да, там, ну, по дефолту, да, там, взять, вырезать, вставить. У нас все материалы наши, мы все снимали сами, да, все вообще самостоятельно было сделано, своими силами. Self-made. Да. Вот, такие дела. Про Иркутск могу рассказать, что... Очень крутой концерт был в Иркутске, сам не ожидал. Получилось. Человек 150, наверное, было, может быть больше, может быть меньше, но было круто. То есть я не ожидал, что придет столько людей. Приехали люди даже из Ангарска, из Улан-Удэ. Ну, это близлежащие города. Блять, и, конечно, это был, наверное, первое мое выступление такое сольное, да, где люди пришли исключительно на меня, а не как это было на Flow. Или как это было на концерте «Ой, тело», на котором мы были как гости. Поэтому, конечно, эмоции такие очень, не знаю, непередаваемые ощущения, наверное. Вот, посмотрим, что будет в Питере. Готовимся. Поэтому, если вам не безразлично, любыми способами поддерживайте, распространяйте инфу. Мы, в свою очередь, не подведем. Альбом скоро выйдет. О, Локи Мин, салют. За Сибирь, говорит, приготовил на альбоме что? Нет времени смотреть футбол вообще. Я болел очень, не знаю, очень, блять, как это сказать-то? Я не спал ночами, потому что... разница во времени другая совершенно. Ну, тут типа можно смотреть футбол, просто вечером включить трансляцию или телек, посмотреть матч какой-нибудь Лиги Чемпионов той же. А в Иркутске нужно было в 4 часа ночи просыпаться, включать матч. Получается, не спать, не знаю, там сонно приходить на учебу и так далее. И тогда я смотрел, а сейчас я не смотрю. Хотя сейчас удобнее все. Но просто не хватает времени на это все. Даже не смотрю свои любимые какие-то сериалы, фильмы, которые раньше смотрел. Потому что пиздец, времени не хватает. Мне кажется, что я теряю время, когда смотрю сериалы. Нет, я учился в политехе, РГТУ. Да, сквош.
Я играю в Clash. Да я сейчас картавлю немножко. Какие сериалы смотрел? Да, блин, все топовые сериалы смотрел. Сквош такой вид спорта. Загугли. Какая уранься, как я зарабатываю? Да, сироп, малек. Говорит, фитонис млечный. Чейз будет играть музлоном. Мраз крутой. Ага, на шею родителей, конечно. Смешно особенно читать комменты про деньги папы, еще что-то. Блядь, чуваки, у меня нет отца. У меня вообще, я рос без отца, так что не пиздите. Все бабки, все я зарабатываю сам. С лет, блядь, 12, наверное. Как в теннис играть начал. Так что передайте там комментаторам на флоу и так далее. Про альбом могу сказать, что звуком и записью занимался Вера Битс. Очень крутой чувак. Реально профессионал. Да, он тоже из Сибири, он из Братска. Ну, вы могли слышать, ну, получается, ну, по сути, почти все треки, наверное, он трэп сводил в Димасте, да? То есть все треки, трэпы и Димасты сведены Вера Битсом. Ну, большая часть сведена точно им. Реально мастер своего дела. Он занимался всем альбомом, то есть он отвечает за весь звук. Мой голос. Да, Вера Битс крутой очень. Нет, Вера Битса не было в Иркутском, в Питере. Он живет в Питере сейчас. Нет, альбом не до 2 мая, естественно. Димас-то крутой. В плане флоу, наверное, один из лучших в русском рэпе. Ну, мне не все его творчество нравится, но не скажу, что я какие-то треки слушал, какие-то нет. Та же самая история с Мезой. То есть не сказать, что текста мне их все близки, ну и как-то больше нравится целостность треков. И по флоу, и по музыке, и как это звучит. Слушать приятно, интересно. К скрипе хорошо отношусь. На батл. Меня зовут на Версус. Несколько раз звали. И лично, и так. Но я не знаю, с кем мне батлить. Типа не потому, что мне нет равных. Йоу-йоу, я номер один. А потому что, ну, мне неинтересно батлить просто так. Как бы, какой в этом смысл? Что мне сказать человеку? Просто шутеечки, но, не знаю, не то пальто. Должен быть бэкграунд. Да. Как было в батле с Реда. В принципе, там получилось хорошо. Шмот, школа, у себя. Я отмечу кристалл Кида из новой школы. Жак Энтони, да, с Жаком знакомый, да. Он был у нас, кстати, год назад на концерте совместном с Бизи. Очень спонтанно получилось. Он залетел, зачитал трек бездыханным. На самом деле много кого могу выделить из новой школы. Много кого слушаю, в принципе. Привет, Данте. Редко такая погода, конечно, в Питере, да? Ну что, есть еще вопросы? Привет, Паша Сурков.
А, это не сказал. Знаком с Люмейтом. Люмейт крутой. Спасибо, спасибо. Я сижу, отдыхаю, гуляю. Да, No Limit возвращается, заебись. С No Limit мы прикольно потусили, когда Green Park был в Питере, когда они приезжали на концерт Мирона. Мы все словились в 17.03. Мы словились с Маркулом, с No Limit. Да, потом хэштег еще был. Прикольно потусили, да. Пообщались за все вообще по кайфу. Как бы очень давно я No Limit, ну, прикалывался еще по No Limit, когда он еще вот прям выпускал, наверное, вот эти треки, что такое Грайм и так далее. Сейчас получилось познакомиться лично. Если вы подписаны на Snapchat, вы могли видеть, как No Limit фристайлит на Мэнденке свой куплет, который он, по-моему, исполнял на концерте у Мирона. Вот. Рики. Ну, что Рики, что Алфавит, они крутые чуваки. Как бы музло я, если честно, не понимаю немножко. Не цепляет. А чуваки крутые. Дрейка еще не расслушал. Да, занимаюсь сквошем и музыкой. У кого концерт охуенно? А, я понял. В Москве? Ништяк. Снэпчат. Я кидал несколько ссылок в Твиттере, там, посмотри, в принципе, недалеко промотать. Короче, обладает только вместо А буквой Ви. Скриптонита слушал альбом, да, сейчас, что в последнее время нет. С Томасом, может, будет. Будут еще дела с Крокотау. Кстати, покупайте шмотки Крокотау и используйте этот промокод, обладает, и промокод даст 10% скидку, так что все для вас. К Блейзу снова, не знаю, когда будет смысл в этом, когда выйдет альбом, когда будет инфоповод. 8 треков, 8. Иначе, когда трек сольет. Иначе скоро ворвется в эту игру. Ту капсулу уже не перевыпустят. На то она и капсула, что это ограниченный тираж. 100 футболок. Кто успел, тот успел. Это же, в этом нету смысла, если это будет какой-то, что, какой-то, не знаю, постоянный поток, да, футболок этих. Нам прикольно делать, когда это эксклюзив, и этих футболок мало, чтобы это имело ценность какую-то. А если сделать кучу футболок, такие будут у всех, не знаю, нас пока это не прет. Нас прет именно вот ограниченный тираж. Внимание к мелочам, то есть там наш крой, мы все продумываем, прорабатываем. Бирки, фасон, все это как бы продумано. Не просто взяли бланковую футболку или лонгслив и налепили туда лого. Суть именно в крое и в мелочах. Дьявол в деталях. Нет в одни руки ни одна футболка, сколько угодно. Янграшек, всем из Янграша, если ты читаешь что-нибудь, из Крокотау что-нибудь. Крокотау немножко рассчитаны не на
не на молодую публику, как бы, бренд. Немножко ценовой диапазон у них дороже. Я не думаю, что им интересно пока что какой-то делать коллаб или что-то такое. У них, в принципе, дела и так прекрасно обстоят. Они выходят вообще сейчас на Европу. Так что крокота, уважуха, кидайте деньги в монитор. Высшее образование. Футболку ты хочешь приобрести? Там, кстати, сегодня этот будут итоги конкурса. 1 мая же сегодня разыграется футболка последняя, которая, кстати, у меня дома лежит. Она оказалась у меня последняя. Вот. И если кто-то выиграет из Питера, мы слоемся, я вам отдам футболку. С праздником. Концерт 22-го, да, в Питере, в Кубрике. Вся инфа в паблике. Все точки продаж в паблике тоже. Да, техническая. Нет, я не жил на Валяге, я в Солнечном жил. Скоро будут футболки, и не только футболки. Да, знаю, такие бикеди, кады, никс. Да, почти после окончания. Мог, хотел даже раньше. Пиздец, там футболки собираются перекупать уже. Бизнес-модель. Да. Потому что Питер самый заебатый город России. Да, ваш концерт. Спасибо. Че, пойдем в штат? Я приеду туда, куда позовут, откуда организаторы появятся, и напишут на почту, а не ВКонтакте. Пишите на почту, и биты присылайте тоже на почту. Че, так? Так, так. Моторола в три перископишь. Да. Не знаю, откуда город. Бит под текст, но это надо у битмейкеров спрашивать. Так, это стильный гетры. Блять, интеровские метелки. Чисто гетры интера. Бля, конечно, заебись под деревце сесть, короче. Да вообще херенно сядь. Спасибо. Такой вот вышел. Да на The Flow мало кого понимают, в принципе. Не страшно. Футбол я играл. Да, я играл хоккей с мячом и футбол. Сейчас играю только сквош. Да не очень много было знакомых. Были, но это не важно на самом деле. Солнце светит, где мои Ray-Ban? Ну что, все, вопросы закончились. Можно завершать, да, ребятки? Короче, мне 24. Фит со Слимом. Я слушал когда-то Слим, 100 лет назад. Когда все слушали. Что про футболку ответить?
Куртка Puma. Да, вот Scott Stone Island, да-да-да. Кат-версия трека зачем? Такая версия будет. Ебать, футболки продают, что ли? Уже перепродают. Футболка уже нигде. Осталась одна. Она разыграется сегодня. Если ты не репостнул запись, то... то у кого-нибудь только. Это был Ардун. Это нам Адик подарил на шоу-кейсе The Flow. Нет, я вообще мало слушаю альбомов, так скажем, старой школы, которые выходят новые. Вообще не слушаю. Ну, черный нет уже. Ладно, короче, чуваки, спасибо за беседу. Еще, может, подключимся. Концерт в Питере 22 мая, 19:00 в клубе Кубрик. Всем быть. Всем быть, нахуй.